Хотели найти богатую жизнь, а попали в наручники. Правоохранители пресекли преступную схему по торговле людьми. Двое молодых парней вывозили девушек в Турцию с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Организаторов и трех исполнителей задержали прямо в аэропорту, так что самолет отправился в Стамбул без них. И вряд ли девушкам придется скоро увидеть уютные турецкие улочки. В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия по открытому уголовному производству, предусмотренному частью 2 статьи 149 «Торговля людьми или иная незаконная сделка в отношении человека», санкция которой предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет.